Бонжур а тус, привет всем! С вами Тандем Франко-Рус и наши сувениры. Сегодня Великий Новгород, господин Великий Новгород и Валдай. Новый год! Привет всем! Бонжур а тус, bienvenue sur canal Tandem.fr. Alors, ce soir, je vais vous parler de mon premier jour de l'an en Russie. Premier jour de l'an avec voyage et petite excursion. Marina nous avait choisi une excursion vers Veliki Novgorod, donc une ville à l'ouest de Moscou. Nous sommes partis en car. Самый первый Новый год вместе нормальный. Ни как попало и где придется, ни в бане, а нормальная организованная поездка. Заранее все придумали, все забронировали. Ну, поехали. Первый день Валдай. У меня с Валдаем связано так много воспоминаний детства. Ну, во-первых, это место, где я научилась плавать. Мы были в отпуске, и я там поплыла. Мне было лет 10-11. И, во-вторых, грибов и ягод было в те годы. Видимо-невидимо. И я так впечатлилась увиденным, что сочинение 1 сентября «Как я провел лето» так и написала. По синему морю черники и голубики летят алые паруса брусничинок. Получила двойку, и учительница родителей в школу вызвала. Говорит, у вас вружка растет, пионерка-то ваша. Ну, в общем, все выяснилось, родители объяснили, что так все и было на самом деле. Ну, конечно, несколько преувеличено, но есть такое понятие в литературе гипербола. То есть все нормально, никто не вружка. В общем, двойку-то мне исправили, конечно, но извиняться никто не подумал. Что там, сопливая девчонка-то? В общем, я расстроилась, помню, и раздумала становиться журналисткой. Эдак каждый во вранье обвинит. В общем, такое, да, вот культовое место Валдай. Первый день привезли вас на Валдай, музей колокольчиков. Тех самых валдайских, что по всему миру звенят. Кстати, вот оттуда. Это мы купили на Валдае, когда были там с родителями. Нам тоже разрешили попробовать себя в качестве звонарей. Cette ville a une spécificité, comme en France, Villedieu-les-Poêles. C'est là qu'ils fabriquent toutes les cloches pour la Russie. Petit carillon, les cloches pour les églises et les clochettes pour les chevaux, comme, exactement comme Villedieu-les-Poêles en France. Donc voilà un peu les trucs de Valdai. Mais on a les, vraiment, c'est les mêmes choses que l'on a en France. Монастырь с чудотворной иконой. Вот в новогодние и рождественские праздники самое то, что надо. Снегу было и холодно. Dans les excursions, il y avait quelque chose de très intéressant. C'était la visite du monastère de Valdai. Гид у нас была замечательная. Ни секунды нас зря не морозило. Холод был, вот -27, повторюсь. Но мы не замерзли. Как-то она так все организовала хорошо, что мы чередовали гуляния и музеи, и храмы. Банкет и встреча Нового года. Во всем, что делали организаторы, чувствовалось максимальное старание. Самодеятельно, если честно, так себе. Но очень с душой. И за это все как бы и прощаешь. Потому что, правда, ребята старались и встречали нас как дорогих гостей. Вот забегая сразу вперед, этот Новый год был, пожалуй, самым душевным, самым таким трогательным.
застолье. Ну, тут вообще продуктов минимум. Вот минимум. И из этого минимума они сотворили и салаты, винегреты разные, и закуски, и пироги с тем же самым, и жульены с тем же самым. Но вот разнообразие такое сделали. Ну, молодцы. Правда, все с душой было. On est arrivé donc sur Veliki Novgorod, dans un hôtel très bien, pour passer le jour de l'an. C'était bel hôtel, on est allé tout de suite dans notre chambre, c'était très bien, très propre. Et le réveillon, on se trouve à table avec des gens qu'on ne connaissait pas, mais une très bonne ambiance, on a bien mangé, bien dansé, et j'ai découvert comment s'amusaient les Russes ces jours-là, différents des Français, beaucoup moins de choses avec des gens qu'on connaît, c'est très sympathique. Ce qui fait qu'après, on a décidé de faire ça tous les ans, mais en changeant forcément les destinations. On n'est pas retourné 10 fois à Нижний Новгород. Ну что, бой курантов, гимн, все по традиции встали, запели, кто знает слова, с бокалами-то в руке. Поворачиваюсь к Алану, вижу широко открытый рот. И вот тут я поняла, что вот так мы будем встречать каждый раз Новый год, потому что его так торкнуло. Но он говорит, правда, у нас это было когда-то, вот и праздник соседей, и вот это все большие застолья такие. А сейчас мы все это потеряли, а вы сохранили. Когда люди мало знакомы, все вместе собираются праздновать, и вот так открыто, да еще гимн своей страны поют. Une spécificité, on a visité un monastère avec un moine très désagréable. Le moine était bien habillé, des habits faits vraiment pour le temps difficile et peut-être pour un monastère où il n'y a pas beaucoup de chauffage. Et il nous disait, vous avez froid, c'est de votre faute, vous n'aviez qu'à mieux vous couvrir, regardez, moi je n'ai pas froid et je m'en fous, on va rester dehors. Donc ce n'était pas très très sympathique, ce qui fait qu'il y a certainement des popes et des moines gentils, mais il y en a aussi des pas très très intelligents. Вот в скиту Богородицком пришлось нам ждать смиренно батюшку, который нам экскурсию проводил. А он еще вышел и наругал нас. Что, говорит, замерзли? А что у вас обувка-то вон кожаная из зверей убиенных? Да еще поди заморская. А я вот в наших русских валенках, и никакой холод мне не страшно. Ну и вообще вел он себя, конечно, странно. Как-то все больше не про историю скита рассказывал, а людей, что ли, судил. В общем, гид наш слушал все это и в какой-то момент говорит, достаточно, спасибо большое, и пошли мы в автобус. И так гид все хорошо организовал, чтобы ни минутки лишней мы на морозе не стояли. И из сувениров купили мы рыбку копченую из Ильменского озера. Очень было вкусно, и там же и съели. И еще купили очень вкусную настойку на 12 травах. Очень вкусная, но очень. Прямо аромат такой. Вот это и привезли. C'est la visite du Kremlin de Veliki Novgorod, c'était énorme.
Je me rappelle aussi que il faisait très froid. Alors est-ce que c'est présence rivière, mais il faisait très très froid. On a eu la chance, on avait un très très bon guide qui était très dynamique, qui nous a fait visiter des jolis musées et qui ne nous laissait pas longtemps dehors, qui nous faisait beaucoup bouger. А Кремль там какой? А сокровищница называется Золотая кладовая. Ну, вот смотрите сами, сколько экспонатов роскошных. Можно вот целый день там бродить, разглядывать всю эту красоту. Oh!
Voyage pour jour de l'an en Russie. Вот такой был Новый год, самый первый, и с него пошла традиция ежегодно на Новый год уезжать куда-то из Москвы. Je vous prie de m'excuser, quelquefois j'ai un peu confondu parce que je veux aller vite. Великий Новгород et Нижний Новгород, forcément, ce sont deux villes qui sont à l'opposé avec Moscou au centre, mais je ne suis pas tout seul. Lors de la Coupe du Monde de football, il y avait des matchs à Nijni Novgorod et des Français ont pris le train pour Novgorod. Mais ils sont arrivés à Veliki Novgorod et forcément, là, il n'y avait pas de match. Mais il y en a qui ont fait la même chose avec Rostov. Là, c'était encore pire. Voilà, ça arrive, c'est un grand pays.